Доброе утро. Выполняем комплекс вместе со мной. Как обычно, начинаем мы с разогрева шеи. И начинаем сначала в одну сторону, плавно, ничего не дергая. В другую. Чувствуем мышцы, делаем растяжку. И еще один раз. У тех, у кого нет проблем в шее, вы идете во второй этап упражнения. Мы делаем потихонечку амплитуду назад. Шею не бросаем, не перегибаем. Разогреваем. Тянем передние боковые. Отлично. Следите, чтобы голова не кружилась. И делаем амплитуды повороты в сторону. Хотим заглянуть за спину. Обязательно слушайте мышцу, где у вас фиксация, как далеко может поворачиваться ваша шея. Это нам нужно, чтобы следить за динамикой. Отлично. Разогрелись. И теперь приступаем к технике пир. Сначала на одну сторону, сопротивляемся, считаем до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одну руку за спину не забывайте, другой рукой тянем боковую поверхность. На 10 счетов растянулись, пошли на другую сторону, сопротивляемся. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Растягиваемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. На переднюю поверхность ставим. И сопротивляемся. Чувствуем, как напряжены сейчас мышцы заднего отдела. Сопротивляемся, сопротивляемся. И теперь переходим к растяжке. Медленно тащим голову вниз, заставляя себя поклониться. Сначала прямо. Теперь тянем трапецию, немножко повернув по диагонали. И другую трапецию. Мягко-мягко подтягиваем. Отлично. Теперь ставим руки на затылок. Сопротивляемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И уходим в растяжение передней поверхности. Сначала носик вверху, передняя поверхность, язык вперед. Фиксацию ткани слушайте. Теперь на боковую поверхность. Вторая боковая. И слушаем фиксацию. Отлично. Второй круг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Растягиваемся. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вторая сторона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тянемся. Девять, десять. Лоб. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Потянулись. Сначала вперед. Боковые. Боковые. Трапеции. Супер. И сопротивление на затылок. Завершающий раз. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
И переходим к приему на расслабление трапециевидных мышц. Мы его уже с вами изучили. Руки за спинку. Если тяжело соединить, отпускаем. Поднимаем трапеции, прячем голову, как черепашка. И считаем до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Начинаем утюжить наши трапециевидные мышцы. Глубоко-глубоко приклеиваясь, растягиваемся. Можно помочь себе ручками трапециевидную потянуть. Отлично. Еще раз. Помните, что шею мы не бросаем, а мы ее прячем. Подняли трапеции, спрятали шею. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер! Пошли утюжить трапеции. Можно потянуть так. Делаем растяжку. Подтянули. И завершающий раз. И спрятали, как черепашка, шею. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Тянем. Тянем. Отлично. Переходим на расслабление внутри черепных мембран. Ладошки в стульчике. Стульчики, ладони, височки. И начали качать кости черепа. Навстречу движения руки, навстречу друг другу, мягкие, плавные движения. 2. Считайте про себя. Внимание направляйте вовнутрь черепа. Наблюдайте, как кости пластичные имеют микроподвижки и расслабляются, снимая напряжение. Если напрягается затылок, опустите немножко голову вперед и продолжайте качать навстречу друг другу. Движения мягкие, но при этом усиленные. 12. 13, 14, 15. Отлично. И давайте еще поработаем на передней поверхности. Поддерживаем сзади затылок. И теперь такие же движения навстречу друг другу, только затылок, лоб. Не напрягайте затылок, самое главное, голову вперед. 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. И послушайте свои ощущения. Должна быть легкость. Переходим к следующему упражнению. Переходим к следующему сумо. Встаем до комфортного состояния. Облокачиваемся локоточками. Раздвигаем тазовые кости, связочки. Помните, что мы чуть-чуть пытаемся опуститься копчиком к полу. Спинка прямая. Нужно простоять минуту. Но если минута очень сложно, не стоим минуту. Стоим сколько комфортно. Постоянно опуская, подсаживаясь, как лягушка, для того, чтобы поработать на связочке тазовой области. Стоим, стоим еще чуть-чуть. И переходим к нашим любимым скруткам. Руки на коленочки, плечо к центру. 10 раз на одно плечо. Помните о том, что спинка прямая. Не перегибаемся. Шея — продолжение позвоночника. И потянулись, потянули фасцию боковую, потянули вторую,
Отлично. Потянули спинку. Шея свободно болтается. Супер. Переходим на раскрытие грудного и на крестец. И на раскрытие грудного ложимся на бочок. Соприкасание с полом. Укладываемся и начинаем раскрутку назад. Выдохнули. И делайте это не быстро. Чувствуйте, как раскрываются и тянутся грудные мышцы. Таз на месте. Вы следуете только за рукой. Все внимание только на грудной отдел. И еще два раза. И в статике. Постояли, послушали. Супер. Переходим на вторую сторону. Укладываемся так, чтобы соприкасание с полом одной линии. И начали. Раскрываемся. Три. Следуем за рукой, слушаем грудные. Помните, что с одной стороны может быть сложнее, чем с другой. Так бывает. От разностороннего спазма. С одной стороны может более что-то зажато. И еще два раза. Отлично, постояли в статике. Супер, теперь переходим на крестец. И переходим к скруткам с позиции лежа. Стопы приклеены, работаем только нижней частью тела. Делайте такую амплитуду поворота, насколько удобно. Если еще тело не скручивает, то есть вас тащит, или вы не можете опустить ноги полностью, делайте до комфортного состояния. Руки держите в стороне, потому что так работает еще и грудной, и вы немножко имеете опору. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Отлично. Этого достаточно. Теперь поработаем на крестец. Помните это упражнение, да? У нас мы подкручиваем копчик. Поясница приклеивается к полу по ощущениям, что у нас есть одна ниточка от подбородка к лобной кости, как будто здесь резинка. И теперь за этой резинкой следуем. Копчик опускаем, подбородок вниз. Копчик подкручиваем, подбородок наверх. И начали. 3, 4, 5, 6. Я вам руками показываю движение таза. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Теперь в стороны, как ламбаду на полу танцуем. Раз. Два. Так расслабляется область крестца, что нам очень важно, чтобы снять жесткость в этой зоне, потому что крестец связан напрямую с затылком, с нашим черепом, ну и, естественно, с лицом. Так, ламбаду в сторону, тазом в сторону. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отлично. И нам нужно, как всегда, с вами в завершении заминка дыхательная для снятия нервного и мышечного напряжения. И начали. Делаем глубокий вдох объемом через грудную клетку. Поднимаем грудную клетку, надуваем не живот, а грудную клетку. И глубоко через нос
Раз, два, три. И еще вдох. И еще. Отлично, еще один цикл. Супер, третий раз. Вдох. Смотрите, я надуваю грудную клетку, да, не живот. Супер. Переходим к стеночке.